На конкурс дети читают стихи. Бабиков Антон, 3 А, 9 лет, город Еманжелинск. Агния Львовна Барто. Дело было в январе, стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз, ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой, зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться в лапы волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли, как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка. Дело было в январе, подумал он, что на горе украшена елка.